Здравствуйте! В Самарской области подходит к концу областная акция «Влюбленные в чтение», привлеченная к Международному дню дарения книг. Праздник отмечается 14 февраля. Акция была организована по просьбе нас, детей Самарской области. Мы очень любим читать и мечтаем о том, чтобы в детских библиотеках было много новых интересных книг. Книги можно принести в библиотеку Самарского дворца детского и юношеского творчества с 9 до 17 часов по будням. 14 февраля книги будут переданы в школьной библиотеке, где состоится праздник книги. Нам помогли организовать акцию «Самарский дворец детского и юношеского творчества», движение «Самарские друзья», а также Самарское региональное представительство школьной русской библиотечной ассоциации. Присоединяйтесь!